нормально, почему нет? Ну, мне кажется, друзей не выбирают, и ориентацию тоже. Ну, люди же не выбирают, кого любить. Это, мне кажется, довольно нормально. Нормально, по-моему, большинство гетеросексуалов. О, господи, я не в таком возрасте, девушка. Плохо. Почему? Не знаю, очень плохо. Потому что слово такое плохое. Если это просто друг, тогда нормально. У меня есть друзья гетеросексуалы и гомосексуалы, я абсолютно нормально к этому отношусь, это же их жизнь. Ой, нет, спасибо. Отрицательно? Поскандалила бы и ушла, наверное. Нормально. Почему? Ну, гетеросексуал, это же натурал. Как бы отнеслась? Да. К этому? У меня таких друзей нет, поэтому я не знаю, как бы я к этому отнеслась. Если бы, то нормально. Пусть живет. Все. Ну, пусть живет. Вы дружили бы с ним? Конечно, а что с вами? А в чем проблема-то? Проблемы нету, друг он, есть друг. Пусть живет. Ну. Гетеросексуал? Да. Ну, насколько мне известно, гетеро это нормально. Вот, так что я бы только порадовался за него. Плохо очень, не знаю. У нас нет таких друзей. Положительно. Свободная любовь есть свободная любовь. Это только приходит по старости. Нормально. Как я отнесусь к этому? Да. Плохо отнесусь. Почему? Ну, потому что я не поддерживаю такие движения. А что этот? Че, у вас какая-то программа или что это? Да, у нас сайт...